Так, летучих мышей пытаюсь по случаю снять. Что-то залетает в кадр, по-моему, да? 24 сентября 2023 год. О, о, вот она, красавица. Звезда посередине практически экрана. Это у нас Арктур. И вот охота на Арктура в исполнении летучих мышей. Ну, плохенько уже. Плохенько уже, видать. ISO 6400, максимальная выдержка 1.30. Здесь тоже максимальное все, что в этом затемненном. О, что-то пролетело. Ну, я надеюсь, попала в кадр. Комар мне в ухо попал. Надеюсь, летучая мышь попала в кадр. Ждем МКС. Буквально несколько минут осталось. Ну, сейчас, чтобы не так скучно было. О, о, какая молодец, прям в экранчик залетел. Чтобы не так скучно было на одних летучих мышей смотреть. Сейчас я быстренько переведусь на Луну. Если сейчас автофокус не сработает, я просто не знаю, что. Уменьшаю выдержку. Я только что один дубль делал. И автофокус меня крайне разочаровал. Сейчас. Не, ну ты представляешь, что это за дела? Не, никак. Я переключиться на ручной фокус не могу. Очень разочарован. Ну ладно.